Всем снова добро пожаловать на Rus Game Tactics. Продолжаем проходить God of War. А, тут у нас очередная маска. Отлично. Очередной лик магии. Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Будем искать. Нафига? Хотя ладно, спустимся. Да блин. Давай, вот так. Оно? Ай-яй-яй. Так, ну-ка. О. И вот так. Эта часть подходит. Хорошо. Тогда немножко по-другому. Подошло. Вот, я вижу руны. Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Сработало! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Пятый лик магии. Что это там наверху? Где? Мальчик, не мешайся. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Ё-моё! Давай! Это Френа Дэдди! Гаси, 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 гаси! Нифига себе достал! Ну-ка! О! Ай! Подожди, подожди, подожди! А кто там? Кто еще? Неплохо. Неплохо. Хорош. Уходим. Черт тебя дери. Подожди, подожди, подожди. Вот. Нифига себе. Сюда иди. Как тебе вот такой вариант? Так, ну-ка, 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 что у нас есть еще?
Он идет сюда. Опять будет поливать. Давай попробуем обойти его. Опять они бегут. Опять. Давай будем подходить. Ух ты ж. Да чё? Блин, травят. Травят, травят, травят. Господи, как их много. Блин. Твари. Отлично. Ну и теперь вот с этим сюда. Не, все-таки достает. Ты не устал там? Лети за ними. Да я слежу. Так, пособираем ништяки. И, наконец, у нас сильная руническая атака. Надо посмотреть, как ее использовать. Так, понятно все. Давайте, наверное... Не знаю, стоит ли улучшать прямо сейчас. Давайте улучшим. Так, для чего-то нужно подняться еще вот сюда. Наверное, какая-нибудь очередная маска, да? Нет, это рубленное серебро. Итак, я видел сундук. Так, видим вот это. Видим вот это. Вот, что написано. Руны, символы трех норн. Норн? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Поехали. Давай быстрей. Так. Фиг знает, наверное, не успею. Блин. Ну как же так-то? Так, ладненько. Давайте еще раз. Раз. Два. Ну, быстрей, быстрей, быстрей. Ко мне. Ну как же так-то? Не успел. Отлично. А, все. Круть. Да, мы собрали 3 из 3 яблок и дун. И это означает, что у нас увеличивается здоровье. Очень, кстати, вовремя. Так, но, опять же, перед тем, как мы с вами пойдем далее, нужно посмотреть вот здесь, вот эти всевозможные секреты. Сын. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать.
Итак, молитва Одину. Прими нашу жертву, о могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель. Один мудрейший из всех, чьё дыхание дало жизнь Аску и Эмбли, от которых пошел наш народ, мы молим тебя о защите. Повели благородным валькириям истребить лишенных смерти, повели своим славным сыновьям Тору и Бальдру защитить нас, повели драконам пожрать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Вот такая вот молитва. Достаточно интересная. Ну и пойдем посмотрим. Давайте осмотримся, потому что есть места, где мы с вами еще не смотрели и не искали сундуки. Так, ну, вот теперь-то мы с вами можем идти, мне кажется, дальше вот в эту пещеру. Так, стой, стой, стой. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Очередной глаз Одина. Тут эти странные твари. Давайте все-таки внимательно будем смотреть, потому что мне лишнее рубленное серебро не помешает. Тут и драугры есть. Ага. Они что, сражались? Да похоже на то. Маска. Лик магии. Еще бы три найти. И было бы прям совсем круто. Под люка. Ну это так, разминочка. Он пролез тут внизу. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Надо мальчик догонять. Подожди, а чё это? Туман какой-то. Мальчик. Мальчик! Где ты? Скорее, отец! Атрей! Ты где? Я нашел! Скорее! Да что ж такое? Ты где? Блин, куда идти? Так, секундочку, я, кажется, запутался. А, вот сюда. Оно?
Да. Да блин, господи. Атрей! Что вы наделали? Прости. Атрей! Что он чей-то? Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так... Ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. Да ты ведьма! Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Ребят, ну посмотрите на эту милоту. Кратос тащит раненого кабанчика и, наверное, тоже желает ему выздоровления. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Хотел бы я посмотреть на это чудовище, если бы ему что-то грозило. Он бы тут всех просто сожрал бы. Она хорошая. Так, ну ладно, мы почти дошли до берлоги этой ведьмы. Сейчас будем оказывать первую помощь. Быстрей. Давай, 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 давай. Торопись. Положи его на доску. Ой, блин, блюет уже. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю.
Когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Ну это просто какое-то унижение. Сначала кабана тащить, теперь собирать цветочки. Ладно. Так, нет. Это не оно. Сердечник. Блин, я забыл, где? Тут? Да. Все, цветочки у нас в кармане. Вернитесь к Атрею. Пойдем, найдем его. А, вон он. Атрей копается там. Блин, наверное, потребуется наша помощь. Не может выдернуть. Пригодится. Я выронил? Когда гнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательней. Ну что ж, у нас есть все ингредиенты. Возвращаемся к ведьме. И будем реанимировать кабанчика священного. Да, то, что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили. Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Спасибо. Итак. Я вижу это пещера ведьмы. Сейчас мы с ними, с этими кошмарами разберемся. А где еще? А, вот он, головастик. Окей. Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Ну-ка. А, это у нас талисман. Талисман средоточия жизни. Прилив
Здоровье. Так, хорошо. Так, ну и давайте, в общем-то, попробуем. Ну да, на несколько секунд у нас получается прилив здоровья, но не такой прям большой. Но я думаю, что в бою это будет такой полезной способностью. Вон там. Да я вижу. Все, давайте прыгаем в лодку и отчаливаем. До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах. Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Так, вон впереди у нас статуя, которую нужно осмотреть. И там что-то светится. А вот что именно светится, пока непонятно. А, так это огонь. Какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Подожди-ка. Написано... Пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Вон там разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да?
Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите! Ты, ну, пока все, что от нас требуется, поговорить с Броком. Ну, давай быстрее, гном. Давай говорить. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Так, ну, давайте посмотрим. У нас появились талисманы, рукояти и чары. Броня. Давайте посмотрим броня для рук. Улучшение брони. Ну, вы знаете, опять же, это все первый уровень. Я не хочу, блин, тратить ресурсы на покупку чего-то первого уровня. Ну, ей-богу. Поэтому давайте пока, наверное... О, маски. Продать. Вот это хорошая сделка. Ну и пока, наверное, это все, друзья. Наверное, в этой лавке мы с вами и закончим. Так что всем спасибо за просмотр. Продолжим уже наш путь в следующей серии.